Всем привет! Сейчас специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике» мы поговорим с вами о том, какая стиральная машина лучше – LG или Kandi. И если сравнивать характеристики этих двух брендов, то можно выявить, какая же все-таки машинка лучше. Давайте эти характеристики обговорим. Первое – это загрузка белья. Если у вас большая семья, то лучше всего выбирать корейский бренд. Это бренд LG, потому что есть такие модели, которые вмещают в себя до 17 кг сухого белья. Kandi же похвастаться таким не может. Максимум вмещаемых килограмм, да, это всего 10 кг сухого белья. Что же касается количества оборотов. Максимальное количество оборотов у LG это 1600 оборотов в минуту. У Kandi же всего 1400 оборотов в минуту. Что же касается уровня шума, то здесь LG также вырывается вперед и стирает стиральные машины немного тише, нежели стиральные машины Kandi. Что же касается потребления воды, то здесь практически одинаково потребляют воды, что Kandi, что LG. Но что касается энергоэффективности, то здесь лучше всего выбрать LG. Здесь вы будете на электричестве экономить. Что же касается различных каких-то дополнительных функций, то если сравнивать стиральные машины примерно одной стоимости, то здесь количество циклов, вот эти различные режимы, они примерно одинаковые. Но опять же, выбирать какая стиральная машина лучше, здесь нужно исходя из того, какой именно у вас бюджет. Если же у вас ограниченный бюджет и вы рассматриваете только бюджетные стиральные машины, то здесь стоит обращать внимание именно на итальянские машинки, это машинки Kandi, потому что они стоят минимум на 5-7 тысяч дешевле, если говорить об каких-то аналогичных моделях, нежели стиральные машины LG. Если же у вас бюджет не ограничен, то, конечно, лучше всего покупать стиральные машины LG. Во-первых, они лучше по качеству сборки, именно по комплектующим. Те же двигатели намного лучше, нежели у бренда Kandi. Также по техническим характеристикам, это и загрузка белья, это и уровень шума, энергоэффективность. Здесь, конечно же, вырывается вперед LG. И лучше стиральные машины LG, нежели Kandi. Но будьте готовы к тому, что вы отдадите, в принципе, за аналогичные модели большую стоимость за LG, нежели за Kandi. Это видео было снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам оказалось полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!